Привет, ребята! Пригороды Хельсинки перед Рождеством в этом году похожи на самую настоящую зимнюю сказку. Легкий морозец, минус 9, снежок, лыжи, солнышко. Что еще нужно для счастья? Друзья из России часто удивляются. Ну, как скучно вы проводите Рождество. Такие длинные, вроде бы, должны быть веселые зимние праздники. Ну, типа, как Новый год в России. Все должно быть открыто, веселитесь, магазины, гулянки и так далее. Но почему должно быть все открыто? Ведь это, в общем-то, тихий, веселый, домашний, семейный праздник. Конечно же, мы гуляем, конечно, веселимся. Но вот катаемся на лыжах, ходим в сауну, в бассейн, ходим друг к другу в гости, навещаем родственников. Конечно же, угощаемся, кушаем что-то вкусненькое, но не ходим по магазинам. Вот это на Рождество точно совсем ни к чему. И, кстати, о саунах и бассейнах. Сегодня, после катания на лыжах в Вихтиски, я решил посетить один из своих самых любимых бассейнов в пригородах Хельсинки, в деревеньке Раямяки. В этом небольшом поселке волости Нурмиярви, это примерно 50 километров от Хельсинки, замечательный новый бассейн. Рекомендую. Здесь две чудесные сауны, все гидромассажные процедуры, три вышки. Ну, в общем, совсем новый бассейнный финский комплекс. Специально, конечно, сюда ехать не нужно из Хельсинки, но будете проезжать мимо, заезжайте. Я очень люблю это дело и побывал практически во всех бассейнах в столице и окрестностях. Здесь, в Раямяке, один из лучших. Вот это самое сочетание, катание на любых лыжах, а потом сауна с бассейном, категорически рекомендовано Минздравом планеты Земля. И Финляндия, возможно, лучшая страна на нашей планете для того, чтобы это сочетание не просто осуществить, а заниматься этим регулярно. Будем здоровы, друзья! Кирха Раямяки, главная лютеранская церковь поселка, является выдающимся памятником архитектуры стиля конструктивизм. Построена в 1938 году под руководством архитектора Эрки Хуттонена и дополнена фресками выдающегося мастера Сегерстрода. Ради того, чтобы посмотреть на этот памятник архитектуры, тоже стоит посетить этот поселок. Все в Финляндии готовится к Рождеству. В финской провинции рождественская тишина всегда особенная. В этом году в Южной Финляндии она приятно дополняется скрипом снега и полной морозной луной. Как правило, мы едем за этим на север подальше, а в этом году нам повезло. Снежное Рождество, прекрасная погода. Поздравляю вас, дорогие друзья, с рождественскими праздниками. Желаю вам в первую очередь мира в ваших домах, счастья, мира в ваших семьях, в ваших сердцах. Пусть все будет хорошо. Поменьше думайте о тревогах, невзгодах и деньгах. Побольше думайте о радости. Вспоминайте о том, какими мы были в детстве,
И пусть все наши мечты сбываются не только в эти волшебные праздничные дни, но и всегда. До новых встреч, друзья. Пока!